Доброго здоровья! Пираты приветствуют вас! На борту нашего пираты. Корабля черная жемчужина! Здоровья! Приветствую всех пиратов! Что вы хотите? Сфотографироваться. А, ну давайте. Давайте на память сфотографируемся. Все вас знают, все вас любят. Спасибо! Вот что я хотел, с чего, так сказать, начать и дальше... А дальше продолжит. Вот Владимир Писарев так это самое пишет. Здравствуйте. Можно ли вылечить аритмию сердца? Я ответил. Все возможно вылечить. Вопрос только вот как. Для этого необходимы в первую очередь знания. Как это надо сделать. Видите, знания. Как это надо сделать. А второе уже зависит от того, что это надо делать. Ладно, сказали, да? Я думаю, это очень-очень глубокий и всеобъемлющий ответ. Ну, очень-очень-очень-очень. Ах ты, девчиночка, милая, рай-дай-дай-дай, та-да-дай-да-дам, там-дра-та-тай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Да-д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 а. Руслан написал такое письмо. Я вам прочитаю. Сразу же по ходу пойдут комментарии. Здравствуйте, Геннадий. Сегодня я закончил свое 35-дневное лечебное голодание на воде. То есть вот прямо сказано. Лечебное голодание на воде. Не насухо, не на моче, там, не с добавками. Вот. На воде. Читаем дальше. Чувствую себя отлично. Рад за вас. То есть вы еще, так я понял, не выходили. То есть, сегодня закончил, отлично. Все, сегодня закончил. Значит, еще не успел человек выйти. Чувствует отлично. Рад, искренне. Человек проделал большую работу. 45 дней он, так сказать, работал над собой. Хотел вам просто сообщить о результатах своего голодания. Ну, естественно, я делюсь с вами насчет этого. Потому что вам интересно. Интересно, кто, что, как, что получил, ну, и так далее. За время голодания с моего организма вышло порядка 3,5 килограмм субстанций, которые не относятся к естественным выделениям из организма человека. Человек говорит, что вышло нечто, что-то постороннее. 80% это слизь. А слизнён. Вот. Как ни верти, этой слизи полным-полно у нас. Потом камни из печени. Отлично. Смотрите, камни из печени. Только человек освободился от этой патологической плесени. Он прочистил печёночку, то есть желчные ходы и плюс желчный пузырь, потому что большей частью камни выходят из желчного пузыря, хотя и из желчных ходов печени они также выходят. Так, вязкая такая смесь темно-коричневого цвета ржавчины, вот темно-коричневого цвета и цвета ржавчины. Это раз, это темно-коричневого, но это вязкая смесь. Это может даже быть и грибница, которая разлагается. Она примерно такого вязкая, темно-коричневого. Может быть, старая желчь. У меня выходила буквально так, знаете, она настолько черная была, что аж блестела. Вот такая вот желчь. Застоявшаяся. Ее тоже надо сбросить. Она балласт там лежит, там непонятно, что делает. С запахом болотной воды. С запахом болотной воды, ну, это говорит о том, что нечто уже там... Ну, запах болотной воды, знаете, вот это то, что там застоялось, еще что-то. Это может еще быть следствием того, что во время голодания что-то, грубо говоря, там отмерло, еще что-то там, так сказать. И она, значит, как бы сказать, вот так выходит. Не то, что она, значит, свежая. Оно уже, грубо говоря, убиенное, отходит, то есть полуразложившееся, полу. Поэтому, естественно, и запахи имеют всевозможные.
Я так понимаю, это было с поджелудочной или селезенки. Ну, все, может быть, с поджелудочной или селезенки. Ну, я гадать тоже не буду. Вот я примерно вам сказал, что на мой личный взгляд, это все в основном с печени выходит. А там, кто его знает, так. А также очень много вышло соли из почек. То есть соль из почек, это говорит о том, что растворились камушки у почках. Это очень хороший показатель. То есть это голодание, оно профилактически позволило избежать в будущем появления почечно-каменной болезни. То есть это великолепный результат. Так что, Руслан, я рад за вас. Далее. Для общей хронологии за все время голодания, а вот теперь мы будем внимательны, за все время голодания было выпито порядка 130 литров воды. Ну, человек считает, я как-то не обращаю, пью и пью, ну так. Далее. А также было выпито порядка 20 литров различных отваров. Таких, как свекла, отвар сельдерея, ага, и брюквы. Было использовано порядка 15 килограммов лимона, а также свежего имбиря. И для очистки печени 250 граммов оливкового масла и 250 граммов лимона. Значит, сбросил вес на 19 килограмм. Вот, в принципе, все, с уважением, Руслан. Как говорится, знаете, я ничего не умаляю о достижении Руслана. Отличный результат. Ну вот знаете, как бы сказать, Платон мне друг, но истина дороже. Что это было? Вот что это было? Если мы говорим вначале, говорим, лечебное голодание на воде, а потом оказывается, что помимо 130 литров воды выпито то-то, 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 значит, это было не лечебное голодание. Значит, это была своеобразная диета. И я должен сказать, и вот он результат, как говорится, налицо. И диеты, там даже простой переход, смотрите, на этот самый, на вегетарианство, а тем более на сыроедение, но только в свой сезон, когда летом человек, допустим, грубо говоря, месяца два может попитаться сырой растительной пищей, то есть посыроедить. И это, естественно, дает колоссальные результаты для здоровья. Но это не голодание. Важно понимать, это не голодание. Да, это вот применение, допустим, своеобразной диеты. А вот теперь я, как сказать, специалист. Ну, светоч, я знаю, знаете, что я светоч, да. Вот, я просто разберу. Значит, 130 литров воды, хорошая промывочка. Вот знаете, если бы он еще использовал талую воду, было бы еще великолепнее. Ну, воды хорошо. Так. Значит, 20 литров, а вот эти 20 литров различные отвары, они уже пошли, как бы сказать, вот именно они начали делать вот эти вот все вещи, которые там происходили в организме. Смотрите, таких как свекла, отвар свеклы, а вот как раз отвар свеклы, что он делает? Он очень хорошо очищает печеночку, очень хорошо очищает печеночку. Он способствует тому, что свекла дает материал для кроветворения. То есть, видите, какие, так сказать, механизмы. Они просто там, как бы сказано, это голодание. Голоданием тут и никак не пахнет. Значит, свеколка рассказал, свекла, отвар сельдерея и брюквы. Сельдерея и брюквы я там не знаю, но они по-своему будут влиять на, как, на организм в целом, там что-то там делать и так далее, и так далее, и так далее. В любом случае, запомните вот такую вещь. Те отвары, которые окрашены, вот сильно окрашены, ну, допустим, свекольный отвар, да, вот именно за счет вот этих пигментов, которые находятся в отваре, идет хорошее растворение. И как раз вот это где-то сельдерей и, возможно, брюква. Вот свекла, она будет больше влиять, грубо говоря, на очищение там печени, там прочищать. Но, тем не менее, она будет влиять и на отвар, в смысле свеклы, и на очищение сосудов будет влиять. Вот.
И, естественно, в какой-то мере начищение там бочек от этих всех солей. Но я думаю, вот в связи с отвар сельдерея и брюквы, это просто про них надо, будем говорить, специально познакомиться, знание, что они делают. Может быть, действительно, там поджелудочную, селезенку. То есть, вот эти вот как раз отвары, если они особенно насыщены каким-то цветом, являются прекрасными средствами, которые растворяют и очищают организм. Было использовано порядка 15 килограмм лимона. Лимон великолепно. Как раз есть специальная лимонная диета, которая предназначается для того, чтобы растворять камушки в желчном пузыре, в мочевом пузыре и у почках. Свежий имбирь великолепно гонит разного рода слизь, хотя и лимон будет гнать слизь, но имбирь будет гораздо сильнее действовать. То есть подача нечто жгучего в организм будет способствовать тому, что увеличивает его теплотворные способности, увеличивает его, будем говорить, пережигающие способности и так далее, и так далее, и так далее. То есть 15 килограмм, значит, лимона, не знаю сколько свежего имбиря, это такая, будем говорить, хорошая смесь для того, чтобы капитально прочистить организм от разного рода паразитов и растворить всевозможные, как он сказал, ненужные субстанции. Да, это так, не скроем. Далее для чистки печени было использовано 250 граммов оливкового масла и 250 грамм лимона. То есть, когда это было сделано? Я так понял, в течение этих 35 дней было использовано. Ну, как раз, будем говорить, все это вместе, если, как бы сказать, можно так сказать, посчитать, что вот это вот какая-то была подготовка к чистке печени всего вот этого вот, вот это приема вот этих всех этих отваров. А дальше последовала еще чистка там печени, ну, я так рассуждаю, там кто его знает. Вот, ну, вот так вот сработало. И было сброшено 19 килограмм веса. И так я вам рассказал, что касается голодания, здесь им даже и не пахнет. Это вот такая вот своеобразная диета, направлена на то, чтобы, ну, будем говорить, разгрузить организм, очистить организм, растворить соли, значит, очистить там печенку, желчный пузырь, прекрасно растворить 15 килограмм лимонов, растворить вот эти вот все отложения солей, которые имеются в почках. Так что вот это можете взять на вооружение, вот этот, будем говорить, диету там. В той или иной мере, где-то больше, где-то там меньше. Тут просто надо еще узнать, что отвар сельдерея делает и брюквы. А остальное я все вам рассказал. Ну вот и используйте, но голоданием тут и не пахнет. Я как-то говорил, вы прежде чем говорить о голодании там, о голодании там по Марве, там, Аганесян, еще по каким-то там вот этим голоданиям, когда что-то там у вас съедается. Вы вообще познакомьтесь, какие механизмы раскрывает голодание, вот голодание на воде. Вот какие она механизмы раскрывает. Я для себя уяснил, описал их. Это исследовали люди. Они это все делали там, грубо говоря, были масса различных опытов, которые выясняли, что, что и как. И тогда станет ясно, что должно запускать голодание, а что просто-напросто делают вот такие диеты. И, ну, в любом случае, грубо говоря, и голодание, и хотя бы вот такие диеты, если вы их выдерживаете длительное время и довольно-таки строго, одаривают вас положительными результатами.